Совместный турецко-дагестанский проект по производству металлоконструкции в новострое запущен и уже представляет свои первые пробные работы. Это вагон-дом и торговый киоск. Для размещения оборудования руководство Новолакского района временно выделило старое здание гаража. Инвестор использовал его не просто как склад, а мини-завод. Здесь уже работает 15 человек, 7 из которых жители муниципалитета. Строительство нового помещения для завода металлоконструкции пока не началось. По словам инвесторов, это будет единственное предприятие в Дагестане, производящее экспортную продукцию. Ведутся также переговоры с турецкой стороной по строительству мясокомбината на территории Новолакского района. Я думаю, этот завод будет большое значение иметь и для республики тоже, потому что они изучали рынок в Дагестане, больше 2 лет занимались в Дагестане, пока встретятся с нами, с нашим районом. Я думаю, и заказы с республики пойдут к ним, и работа пойдет, будет двигаться.